Привет, друзья! Что сегодня сулит Луна? А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. В день 18 мая в 12:00 Луна находится в фазе растущая Луна. Это 14-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион. Освещенность Луны составляет 100%. Восход Луны в 19:54, а закат в 4:33. Луна находится под влиянием знака Скорпион. Сегодня у вас будет возможность принять важное и ответственное решение, которое станет для вас судьбоносным. Также очень благоприятное время для новых начинаний, разработки бизнес-планов и стратегий. Также важно не поддаваться на провокации и всеми силами сохранять мир и спокойствие в душе. Желательно отдохнуть, послушать музыку и подольше поспать в этот сложный и запутанный день. Время очень сильного воздействия на эмоциональное состояние человека. Мы становимся мягкими и восприимчивыми ко всему происходящему вокруг нас. Философское отношение к себе, своему внутреннему миру поможет справиться с жизненными трудностями. Спокойное и ласковое общение по душам, чуткость к чужим страданиям помогает обрести друзей и помощников. День недели суббота. День, который находится под влиянием Сатурна. А это планета с очень тяжелой и сильной энергетикой. В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутать завязавшиеся узелки. Составленные в субботу сметы предстоящих затрат, а также бизнес-планы чаще всего оказываются удачными. Постарайтесь проводить деловые встречи именно в субботу. Никогда не откладывайте их на воскресенье. Стрижка. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными. Сегодня Луна советует обязательно подстричься. Таким образом, вам удастся избавиться от излишней опеки своих близких, которая вам уже надоела. Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры. Покраска волос. Окрашивание волос в естественный оттенок растительными красителями позволит сохранить стабильность в работе и финансах. Не стоит экспериментировать с новыми прическами. Уложите волосы как можно проще и удобней. Это позволит вам набраться сил и энергии. Сегодня Луна располагает к экспериментам. В первую очередь поэкспериментируйте с длиной и формой ногтей. Сделайте то, на что вы не решались давно. И цвета выбирайте поярче. Так вам удастся привлечь внимание противоположного пола. Уход за лицом. Сегодня сделайте обычные ежедневные процедуры без экспериментов. Пользуйтесь только проверенными средствами. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.